мороз на ночь, все небо ясно. Светил небесных дивный хор. Течет так тихо, так согласно. Татьяна, наши руки и двор. В открытом платьице ходит на месяц зеркало наводит. Но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Татьяна по ясу шелковый сняла, разделась и в постель легла, над нею вьется лечь, а под подушкою пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все, Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне, снится, будто бы она идет по снеговой поляне, идет по снеговой поляне. Печальной мглой окружена, в сугробах снежных перед нею шумит клубит волной своею кипучий темный и седой поток, не скованный зимой. Где жердочки склеены льдиной, дрожащий гибельный мосток, положенный через поток, положенный через поток. И пред шумящею пучиной недоумения полна, остановилась она, остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей,
не видит никого, кто руку. С той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна, ах, а он реветь. И лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей. Пошла, и что ж, медведь за ней. Она взглянуть назад не смея, поспешно ускоряет шаг. Но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный, пред ними лес недвижный сосны. В своей нахмуренной красе отягчены их ветви все клоками снега сквозь вершины. Осень березы липногих сияет луч, светил ночным. Сияет луч, светил ночным. Дороги нет, кусты стремнины. Метелью все занесены. Метелью все занесены. Глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге сошки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок. Поднять ей некогда, боится. Медведя слышит за собой, и даже трепетной рукой.
каждый край поднять не стыдится. Она бежит, он все вослед, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег медведь проворно, ее хватает и несет. Она бесчувственно покорна, не шелохнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой, дух меж дерев шалаш убогой. Кругом все глушит, всюду он пустынным снегом занесен, и ярко светит сам окошко, и в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: здесь мой кум. Погрейся у него немножко, и в сене прямо он идет, и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет, она в сенях. За дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит за столом? Сидят чудовища вища кругом. Один врага с собачьей мордой, другой с тушей головой, здесь ведьма с козьей бородой, тут остров чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравли, полукот. Там Карла с хвостиком, а вот полужуравли, полукот. Еще страшнее, еще чуднее, утрат верхом на пауке. Вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке. Вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молфи, конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей? Героя наш.
нашего романа. Онегин за столом сидит, и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Тане уж не так ужасно и любопытно. Я теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка домовых. Онегин взорами сверкая из-за стола гремя встает. Все стали, он к дверям идет. Все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать. Нельзя никак, нетерпеливо, метаясь, хочет закричать. Не может дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева, ярый смех раздался дико очи всех. Копыты, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы кровавые, языки, рука и пальцы костяные. Все указывает на нее, и все кричат: «Мое, мое!» «Мое!» – сказал Евгений грозно. И шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева с ним друг. О, тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее
на жалкую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленский свет блеснул. Онегин руку замахнул, и дико он очами водит, и незваных гостей бронит. И незваных гостей брони. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче, друг Евгений, хватает длинные ноши. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась. Все проснулась, глядит уж в комнате светло, в окне сквозь мёрзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворила Ольга к ней. Авроры северной аллеи, и легче ласточки влетает. Ну, говорит, скажешь ты мне, кого ты видела во сне? Но та сестры, не замечая, в постели с книгою лежит, за листом лист перебирая, и ничего не говорит.